Димаш, Шайн, остатки сладкие. Last but not least. Дорогие друзья, редакция DK Media World регулярно готовит для вас обзоры китайского шоу Шайн, в котором участвует Димаш. Все ближе день эфира первого эпизода. И судя по тизеру, у супербратьев совсем не сладкая жизнь, а жесткие мужские игры без всяких скидок на звездность. Будет ли в этом что-то новое для Димаша? То, что он еще ни разу не делал, мы скоро узнаем. А пока представим вам тех его конкурентов, о которых еще не успели рассказать в предыдущем выпуске. Короля рэпа KNG мы вам уже показывали в одном из предыдущих обзоров. Пожалуй, самым популярным из участников можно считать актера, певца и модель Тесапака Чи по прозвищу Би из Таиланда. Он поет и классно танцует, играет на гитаре, снимается в тайских и китайских сериалах, таких как, например, «Моя девушка-инопланетянка». Следующий – Асука Ян. Он начал петь, пока учился в университете, записал много альбомов и получил немало наград. Но, как мы знаем, пение – это тоже спорт. Поэтому Асука Янг решил получить еще и диплом спортивного психолога. В командных играх Шайн это очень даже может пригодиться. Харизматичный и загадочный Джан Ао. Мегаталантливый танцовщик в стиле модерн и крутой актер, который освоил еще и боевые искусства. Поэтому в военных играх он совсем не новичок. Умение владеть своим телом, навыки в боевых искусствах и актерское мастерство наверняка сослужат ему хорошую службу в лагере супербратьев. Ди Чеонг, его китайское имя Жан Вэй Жан, это актер и певец из Гонконга, который стал мега популярным благодаря телесериалу «Путешествие на Запад», где он сыграл короля обезьян. Спустя 20 лет он вернулся на телевидение и попал прямо на шоу «Шайн». Какие приключения ждут его в этом проекте, где он будет мериться силами с артистами много младше него, мы узнаем совсем скоро. И, наконец, Чжан Сяолун. Очень известный в Китае актер, сыгравший множество ролей в кино. И, похоже, этот опыт пригодится ему в погоне за светом. Следующий участник Джоу Сяо был лидером самой крутой китайской рок-группы в 90-х. Известный аж за пределами Китая. Сильным духом и готовым к борьбе с супербратьям придется пройти немало испытаний, но Джоу не впервые примеряет на себя военный мундир. Он не раз снимался в фильмах такой тематики. Пожалуйста.
Пока вы ждете первого эпизода шоу, подписывайтесь на наш канал. Мы регулярно будем рассказывать вам о супербраде Димаше и других рыцарях света, а также о многом другом. Выпуски шоу будут выходить каждую субботу в 20:30 по времени Пекина на канале Йоку Шоу. Ссылка в описании. С вами сегодня была Оксана. Хорошего вам дня!